В Тверской области вечером 27 ноября потерпел крушение частный вертолет «Робинсон-66». Трагедия произошла в Кисовогорском районе Тверской области. В результате погибли два человека – пилот, заслуженный мастер самолетного спорта Александр Курылев и его брат Дмитрий. Вертолет, по предварительным данным, разбился при взлете в поле примерно в 300 метрах от дороги. Днем в понедельник появились первые кадры с места аварии и комментарии спасателей. В 22 часа 30 минут 27 ноября 2022 года в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение о падении вертолета «Робинсон-66» в районе населенного пункта Рязовец Кисовогорского района. К месту происшествия направлены силы и средства Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона. 26 человек и 8 единиц техники. От МЧС 15 человек и 5 единиц техники.